В центре Челябинска загорелось заброшенное здание. Дым от пожара был виден издалека. Дом частный. Ой, а там так много машин в парке стоят. Сотрудникам МЧС поступил вызов в 3:00 часа дня. Пожар случился в заброшенном здании на пересечении улицы Свободы и Труда. Уже через 6 минут сотрудники экстренной службы были на месте. Тушить пламя отправили 2 автоцистерны. За 23 минуты открытое горение было ликвидировано. Обошлось без пострадавших, причина пожара устанавливается. Данных о том, что заброшенное здание могло быть памятником истории и культуры, в МЧС нет.